Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду готовить салат с семечками. Для этого мне понадобится сам салат. Вот такой вот у меня. Он разных листьев салат. И с морковкой еще. Также семечки. Лук зеленый. Немного огурца. Соевый соус. Это для заправки. Потом перец. Соль, мед и лимон и рапсовое масло. Также помидорки чили. Итак, я начинаю. Посыпала в чашу салат. Вот это у меня с морковкой он и разных листьев. Также теперь нарежу огурец. Не сильно мелко обязательно. Вот так вот напополам и дольками. Вот так вот. Отправляю огурцы в салат. Теперь буду резать лук. Лук я помыла, порезала вот так вот. И отправляю тоже в чашку. Теперь беру помидорки чили и разрезаю их пополам. Вот столько помидорок. Теперь отправляем их в чашу. Так. Теперь делаем соус. Для соуса мне нужно будет лимонный сок. Вот я взяла такой вот лимончик. Сейчас его выдавлю. Все это соус я буду делать вместе. Получилось где-то маленькая ложечка сока лимона. Сюда же отправляем ложечку маленькую соевого соуса. Также мед, ложечку маленькую. Также в перец душистый. Я его перемолю. Теперь оливковое масло или же рапсовое масло. У меня рапсовое масло. Примерно 2 столовые ложки. Теперь все это перемешиваем. И замешиваем. Теперь берем семечки и обжариваем их на сковородке. Ложить не сырыми. Вот такую жменьку я положила семечек. Теперь обжариваю ее в сковородке, пока не начнут, трещать. Да. Вы убедитесь потом сами, что они готовы. Но не до коричневого, а то будет такой привкус горелого. Помешиваем без конца. Итак, семечки у нас готовые. Отправляем их на бумагу, чтобы они остыли, были холодными. Итак, семечки остыли. Семечки наши остыли, отправляем их в салат. Сюда же отправляем соус, а также немного соли, совсем немножечко, потому что в сое есть уже соль. Итак, поливаем салат соусом. Сюда. Перец.
перемешиваем его. Такой салат получается очень вкусный. Привкус вообще бесподобный. Я его уже много раз делала. Детям очень нравится. Еще здесь семечки в нем. Так. Всем приятного аппетита и нам также. До следующего видео. Пока-пока. Наслаждайтесь салатом. Он очень вкусный. Попробуйте по моему рецепту. Будете довольны. И ваши также. Всем пока!